На руках у Анны долгожданный новогодний подарок. Мамой женщина стала во второй раз. Супруги ждали дочку, и мечта исполнилась. Малышка родилась 1 января почти под бой курантов и стала первым в Тюмени ребенком Нового года. Полный комплект. Старший сын, сейчас дочка, Роман и Мария. Так что все счастливы. Всем подарок. Маша родилась здоровой. Ее вес 3 килограмма 300 граммов, рост 50 сантиметров. Кстати, по прогнозам врачей, девочка должна была появиться на свет 3 января. Но малышка решила иначе. Дочь решила выбрать свою дату и не делить ее ни с кем, так как 3 января день рождения у меня. И 11:30, 31 декабря мы поняли, что нам нужно ехать в роддом. Приехали, обратно нас уже не отпустили. Мы зашли с мужем. Вы извините нас, но мы тут невзначай. Куда? Ну, естественно, рабочий процесс шел, никто нас никуда не выгнал, все прошло в штатном режиме. В новогоднюю ночь в Тюмени родились 11 малышей, 6 девочек и 5 мальчиков. Накануне праздника пополнения ждали и в семье Зубенко. Но маленький Артем появился на свет раньше, 26 декабря. Новый год планировали отметить в кругу семьи, но по медицинским показаниям женщину не выписали. Очень много дома родственников, все ждут, готовы каждый день забирать нас, встречать. Поэтому мы все успеем, я думаю. Не 31-го, так 5-го. Поэтому для нас это не важное число, главное, что все нас ждут, любят. Сутки прошли достаточно насыщенно у дежурной бригады. Но перинатальный центр – это сложный организм, который функционирует независимо от того, праздники, это выходные, это будни. А накануне Нового года у нас всегда традиционно в перинатальном центре Дедушка Мороз и Снегурочка поздравляет всех женщин. Всего в Тюменской области в новогодние праздники родились 352 малыша. 121 из них – первенцы, 117 – вторые дети, а 114 малышей появились на свет в многодетных семьях. Дарина Халина, Степан Патрахин, Тюменская служба новостей.